Рецепт приготовления домашней горчицы. Домашняя горчица – это вкуснейший соус, который очень просто приготовить в домашних условиях, сочетается со множеством блюд. Домашнюю горчицу очень легко сделать в домашних условиях из горчичного порошка. Домашняя горчица получается гораздо вкуснее и острее купленной, к тому же в ней не будет консервантов. Такая горчица быстро выдыхается, поэтому не делайте ее за раз слишком много. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. В первую очередь необходимо просеять горчичный порошок через чайное сито. Берем небольшую пиалу, высыпаем туда просеянный порошок, вливаем 100 мл крутого кипятка и хорошенько перемешиваем. Берем кастрюльку побольше, наливаем в нее кипящую воду, в воду ставим пиалу с разведенной горчицей, прогреваем нашу пиалу на водяной бане около 20 минут. Снимаем пиалу с огня, в горячую горчицу добавляем соль, сахар и уксус по вкусу, для красивого цвета также добавляем немножко молотой куркумы, также добавляем столовую ложку растительного масла и хорошенько все перемешиваем. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Собственно, остается только переложить нашу горчицу в баночку, плотно закупорить и в холодильник. Сразу после приготовления горчицу пробовать бессмысленно, она будет не острой, острота приходит только спустя 1-2 суток в холодильнике. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Обещанный список ингредиентов. Горчичный порошок 50 грамм, вода 100 мл, соль по вкусу, сахар по вкусу, уксус пищевой по вкусу, растительное масло 1 столовая ложка, куркума молотая 1/2 чайных ложки, количество порций 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Жду вас снова.